Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним второе задание на странице 45 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Разбей множество фигур на части. Первое по цвету. На первом рисунке по цвету есть зеленые фигуры и красные. Б по форме. По форме у нас есть круги и квадраты. И В по размеру. По размеру у нас есть маленькие фигуры и большие фигуры. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.